8 проектов зеленых и ресурсосберегающих технологий реализуют в Акмолинской области. Всего таких объектов в регионе 13 на общую сумму инвестиций более 285 миллиардов тенге. По прогнозам, к 2030 году доля зеленой энергии по региону увеличится до 80% с учетом действующих и вводимых возобновляемых источников энергии. Солнечные батареи, ветряные гидроэлектростанции, биореакторы становятся все более популярными. Только в Акмолинской области в 2013 году агрофирма «Родина» установила ветрогенератор мощностью 750 кВт. Позже в Ерементауском районе появилась первая ветроэлектростанция, а в 2019-м заработал первый комплекс ветроэлектростанций. На сегодняшний день у нас уже в регионе имеется 13 проектов, 8 уже реализованы. В Ашалынском, в Ерементауском районе, в Целиноградском районах. Установлена мощность введенных энергообъектов составляет порядка 280 мегаватт-час. В Ерементауском районе уже к концу года введут в эксплуатацию еще одну ветроэлектростанцию. Цена проекта 27 миллиардов тенге. А в Аршалынском районе планируется построить ветроэлектростанцию мощностью 206 мегаватт стоимостью около 98 миллиардов тенге. Данное предприятие обеспечивает электричеством нашу столицу, город Астана. Данное предприятие также вложило инвестиции в район 84 миллиарда тенге. У этой отрасли большой потенциал, считают эксперты. Уже почти половина всей используемой электроэнергии вырабатывается новыми мощностями. Яна Гладкова, Анара Сюмбаева, Астана Таймс.